Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Вчера я выпустил ролик под названием «Учение Ирана». Вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы. Сейчас я вам немножко продемонстрирую часть ролика, а потом будет сегодня еще продолжение. Но вот это уже серьезные записи, пишет Минвал АЗ. Вертолеты открыли огонь по собственным позициям, есть жертвы. В общем, иранские генералы плохо командуют нахрен. Вертолеты стали открывать огонь по этим сионистам и по своих поубивали там этих окопов. В общем, вот это прикол. Называется русская пословица «бей своих, чтобы чужие боялись». Вот они по своим начали уже расстреливать вертолеты. По меньшей мере 3 иранских солдата погибли после того, как ударные иранские вертолеты Ан-1 Супер Кобра открыли огонь по собственным позициям. Молодцы. Давайте своих там этих самых в окопах и поубивайте. В общем, продолжение сегодня, вторая серия. Иранские военные снова ошибочно ударили по своим научениях у границы Азербайджана. Есть жертвы. Что-то каждый день они стреляют, но попадает по своим. Вот, смотрите, сейчас я вам продемонстрирую. Это разбитый, так сказать, грузовик огромный, перевозил или военнослужащих, или вооружение. В общем, попала ракета опять. Сейчас зачитаю. На учениях Ирана вблизи границы Азербайджана произошло очередное ЧП. На этот раз горел грузовой КРАС. Ну да, видно, что огромный грузовой КРАС. Так, как передает Минвал АЗ со ссылкой на иранские источники, сообщается о 6 погибших военнослужащих. То вчера 3 было, сегодня 6, уже 9. Хорошо начались учения в Иране. Там. Так, и что тут пишут? По одной из версий машина сгорела в результате ошибочного ведения огня военными по своим позициям. Ну да, это точно. Опять ракету запустили не туда. Напомним, в субботу стало известно, что иранский боевой вертолет АН-1 «Кобра» также по своим ударил. 3 погибших, 2 раненых. Ну и вот, новые снимки, да, видите. Сгорел, блин, в качель. Попало точное попадание по своим. Вон, только каждый день то 3, то 6 убитых. Вот такие новости с учений, которые происходят сейчас на границе Ирана и Азербайджана. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.